вот и наступил июль. Самый разгар летней рыбалки. Из множества видов снастей, используемых на летней рыбалке, самая популярная – поплавочная удочка. И вряд ли найдется хоть один человек, хотя бы раз в жизни не державший в своих руках эту снасть. Ее поклонниками являются рыболовы всех возрастов. Поплавочка. Это прежде всего трогательные воспоминания о детстве. Это чувство полное восхищения, полученное от приобщения к рыбалке. Какая же рыбалка без дороги? А озеро Монат встретило нас неприветливым дождем. Чтобы не терять время даром, Игорь Никулин взялся за приготовление новой оснастки для своей поплавочной удочки. Восемь сотых поводок. И какой-нибудь совсем маленький крючочек. Просто проверим, какая здесь рыбка. Давайте. Да вот хотя бы такой наш. 14 номер. Это, на мой взгляд, совсем маленький крючочек. А дождик-то не стихает уже почти в течение часа. Солнышко вышло, можно выходить рыбачить. Новый водоем всегда вызывает трепетное чувство. Что от него ждать? Ну и я, ваш покорный слуга, Ринат Файзулин, тоже взялся за удочку. Вот и первая поклевка у Игоря. Вот такая красноперочка у нас, попалась на червя. Она от сорожки отличается тем, что у нее рот такой верхний, вверх направлен. Крупнее чешуя и окраска такая более яркая. И она сама такая красноватая. Все так, что красивая рыба. Пускаем. Аккуратно. Поймал – отпусти. Вот основной принцип, которым руководствуется Игорь. По его словам, он едет на рыбалку не за рыбой, а за удовольствием. Линь от малютка.
Собирайся. Хорошенько. Карась пошел. Уже третий подряд. Надо же. У меня здесь рядом садовый участок, а я ни разу не попытался порыбачить на этом водоеме. Какой красавец. Ли? Нет. Ли. Вот такая рыбка. Как будто маленький слиток золота. Не ожидал. Приятный сюрприз. Который раз на собственной практике убеждаешься, что после дождя клев бывает довольно-таки неплохой. Да, вот сейчас стемнело, начали клевать экземпляры покрупнее. Вот, пожалуйста, что такое у нас? Сорожка, кажется. Так, да, это сорожка.
Время уже к 11 ближе. Как раз и ветер стих. Наконец-то стало рыбачить, возможно, удовольствие свое, а не воевать со стихией. Карасик. Карася сегодня больше всего попадается. Гряза уши не оттащишь от водоема. Вот что значит настоящий рыбак. Периодически подходил к удочке, но в отличие от Игоря, пойманную рыбу не отпускал. Видимо, не созрел еще до принципа «поймал, отпусти». Вот мой улов. Вот она, поплавочная удочка, поплавочка во всей своей красе. Кто не пробовал, попробуйте. Не пожалеете.